Любопытные истории, связанные с одной из сложнейших игр на свете, удалось услышать студентам Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ, как говорится, из первых уст. Согласитесь, пообщаться с чемпионом мира и именитым гроссмейстером удается не каждый день. Именно поэтому молодые специалисты не упустили столь уникальной возможности. Чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Корякин дал мастер-класс в стенах шоу-рума Казанского федерального, чем и вызвал пристальное внимание молодежи к своей персоне. Ну, я их хочу мотивировать на спортивную жизнь, на то, чтобы они достигали своих целей в жизни. То есть не обязательно это может быть там спорт высших достижений, но, по крайней мере, просто чтобы они умели играть в шахматы, ставили перед собой цели, может быть, другие, не шахматные, и добивались их. Трудно спорить с тем, что Сергей Корякин является отличным примером самоорганизации и целеустремленности в вопросах тяги к новым знаниям, навыкам и достижениям, что, безусловно, полезно для молодого поколения журналистов и не только. Можно не сомневаться, что прошедшая встреча студентов с самым молодым в мире гроссмейстером подстегнула интерес к шахматам. А сам мастер постарался научить ребят мыслить стратегически, чтобы в два счета добиться громкого успеха в жизни. Адель Шамилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.